представляем вашему вниманию активную мультимедийную акустическую систему от компании Sven модели BF21 тип акустики 2.0. Эта мультимедийная двухполосная стереосистема – отличный выбор для ценителей качественного стереозвука. Система обладает чистым, насыщенным низами звучанием, высоким уровнем максимальной громкости, что обеспечивается хорошими мощностными характеристиками. Общая выходная мощность составляет 40 Вт. Диапазон воспроизводимых частот от 35 Гц до 20 кГц, а соотношение сигнал-шум – более 75 дБ. Размер высокочастотного динамика – 1 дюйм, а размер низкочастотного динамика составляет 4 дюйма. На задней части расположились регуляторы громкости высоких и низких частот, порты входа-выхода, из которых присутствует выход на сабвуфер, кнопка «включить-выключить», индикатор работы, а также разъем для подключения кабеля питания. Питание системы производится от сети 220 вольт. Вес 7,5 кг. Материал корпуса выполнен из дерева. Интерфейс подключения мини-джек 3,5 мм. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.